И далее пара весовой категории до 57 килограммов. Красному углу Алексей Воронин, клуб «Пожарник». Синий Габибов, Кашев Сэм. Oh!
Павлову и Набиеву. И звание победителя завоевал только что на ваших глазах Велюяна Крымышева, боксер Семила Габибов, комплексная школа высшего спортивного мастерства. В награждении победителя и серебряного партнера принимает участие наши гости. Чемпион мира, Европы, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Ружников. За второе место награждается Алексей Воронин, клуб «Обожаем». И за первое место награждается Габиб Хашасен. И снова так же, как вчера, мы говорим о том, что Сергей Князев, наш журналист, предоставил эти замечательные книги «Искусство побеждать нокаутом», которое вручается каждому победителю. А сам Василий Жемель, главный герой этой книги и его ученики. Судейская бригада в прежнем составе.